Всем привет! Это распаковка для портала «Игры и игрушки». И сегодня в руках у меня две игры-ходилки от компании «Ракета». Называется «Космическое приключение» и «Динозавры». Давайте каждую игру рассмотрим отдельно. Начнем с динозавров. Игра у нас вот в такой картонной коробочке. Рекомендуемый возраст 4+. Это у нас игра-ходилка. Давайте откроем и посмотрим, будем разбираться. В комплект у нас идет 4 фишки и кубик. Это у нас карточки, которые перед игрой будет необходимо вырезать. Здесь у нас линии для вырезания нарисованы. На этих карточках нарисованы задания, которые в процессе игры ребенку будет необходимо выполнить, чтобы пройти дальше. Очень красочные карточки. И разные интересные здесь задания. Достаточно их много. И это у нас игровое поле. Игры у нас складные, так что можно их спокойно брать с собой в дорогу или в гости. Шагов здесь достаточно много. Старт, очень витиеватая дорожка и всего 157 шагов. Цель игры – провести свою фишку по опасному маршруту. Если фишка попадает на сектор задания на карточке, вот они, эти таблички задания на карточке, то игрок тянет карточку и выполняет задание на ней, после чего он может двигаться дальше. Кто первый пришел к финишу, тот и является победителем. И давайте откроем вторую игру. Космическое приключение. Точно такие же кубик и фишки. Это у нас карточки с заданиями на очень красивом фоне космическом. И совсем уже другие задания. Вот с такими космическими пришельцами. Здесь у нас и лабиринты, и ребусы. И расшифровать слово нужно, и найти правильную тень. В общем, очень много всего интересного. И как выглядит здесь игровое поле. Здесь у нас старт и это финиш. Правила точно такие же. Фишка, если попадает на сектор задания на карточке, то игрок тянет карточку и выполняет задание на ней, после чего может двигаться дальше. Также здесь есть стрелочки, чтобы вернуться назад, либо наоборот продвинуться вперед. Кто первый дойдет до посадки, тот и победил. Вот такие складные игры-ходилки от компании «Ракета». Такие игры очень любят детки любого возраста. Надеюсь, вам обзор был интересен, понятен. Если так, то ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал «Клуб игры и игрушки». И до встречи в новых видео. Всем пока-пока!